Капитальный ремонт Веденской школы номер 3 в Звенигороде продолжается. На данном этапе проведены работы по стяжкам и началась разводка электроснабжения верхних этажей. Глава муниципалитета Андрей Иванов проинспектировал ход реконструкции учебного учреждения. Стяжка сделана полностью на втором, третьем этаже. На первом этаже сделана на 50%. Сейчас планируем уходить с третьего этажа и отдавать ее уже под шпаклевку. Строительная готовность объекта составляет порядка 35%. Демонтаж полов, кровли, системы отопления уже сделаны. Активным ходом идет прокладка коммуникаций. В настоящее время в школе заменяют все инженерные системы. В этом году еще планируют начать и благоустройство территории. Глава округа поручил еще проработать проект и конкурсную документацию, чтобы отторговали ПИР плюс МР по благоустройству спортивному ядру. Эта работа тоже активно сейчас проводится. Для того, чтобы подготовить проект по благоустройству и спортивному ядру школы, нужно провести топосъемку, разобраться с геоподосновой, ну и составить, собственно, проект. Все строительные работы в Веденской школе номер 3 идут согласно графику, сообщил Андрей Иванов. Напомним, что капитальный ремонт ведется в рамках президентского проекта «Образование». Екатерина Крамер, Фарид Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».